Депутат Мособлдумы Александр Баранов и руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев совместно с представителями общественности посетили Голицынскую школу номер один. Главная цель визита – контроль организации питания учащихся начальных классов в школьной столовой. Члены комиссии сняли пробу блюд, дали высокую оценку их вкусовым качествам, а также проверили соответствие утвержденному меню.